Как можешь с помощью эзотерики легко и быстро выучить английский язык? Должен вас разочаровать? Никак. Английский язык необходимо изучать следующим образом. Выписываете английские буквы или английские фразы и громко вслух их повторяете. Делаете при этом вот такие движения. И дальше сказали какое-нибудь слово. И сказали какое-нибудь слово. Так легче запоминается. Еще. Чем громче многократно вы произносите слова вслух, тем быстрее вы их запомните. Но вы должны знать, первый день не запоминайте, просто читайте их многократно вслух. Сколько выписывать? 30 обычно нужно выписывать. Это со временем, когда вы накачаете вашу память, то вы поймете, что 30 мало и будете там запоминать больше. Нельзя с первого раза запомнить слова. Нельзя. Сегодня это все прочитайте, повторите вслух. Через день повторите это еще раз. Через день повторите еще раз. Но можно делать так. Я в свое время учил языки следующим образом. Я повторял вслух. Начинал я, конечно же, с грамматики. Так было легче всего. Потом к грамматике цеплял глаголы. Потом уже существительные или какие-либо словосочетания. Мне лично очень помогали песни. Я включал песни и вот пытался с переводом уже потом, и мне нравилось там слышать знакомые слова, и я понимал, о чем человек поет. Моя жена, она вообще уникально учила английский язык, она, кстати, в совершенстве владеет еще и технический, и медицинский язык, и ей помогло просто, она тихо про себя проговаривала. Но больше всего все-таки помогло это нахождение в англоязычной среде, в дойчеязычной среде. Вот так, знаете, вот такая среда помогает. Потому что пока вы дома находитесь и пока вам нет необходимости изучать, изучить невозможно. Изучить невозможно. Если это вам для того, чтобы удивить близких, если вам для того, чтобы вы просто знали, то знайте, так вы не выучите. Должна быть мета-задача, вокруг мета-задачи можно выучить. А еще, есть у меня шум такой, он есть на моем сайте Duikoguru, называется «Шум для изучения языков». Слушайте данный шум два раза в день по 10-15 минут, и тогда слова будут запоминаться с гораздо большей легкостью. Вот так.